Погоди, погоди. Я тебе отвечаю, там что-то летало. Во-во-во. О, офигенно. Офигеть! ЛО прям над нашим сраным городом. Блин, я знал, что они существуют. Слушай, они как будто разговаривают, да? Вообще клево. Блин. Офигеть. Где они? Все, блин, пропали. НЛО в Астрахани. Ближе и ближе к фонарю пошла. Мне сейчас от фонаря ее не видно будет, наверное. Смещается, смещается. Может, треугольник? Да, да, я и говорю, что как треугольник она. Руки замерзли даже. Ну, видно, явный треугольник. Три огня получается. Она и на камере видна. Вон, он стал опускаться. Хорошо, что с машины как бы снимать можно так же. Да. Попробуем. А, это самое близкое. Ну вот ориентир, фонарь, кольцевая, как бы вот она. Кольцо. Движется. Вот максимально. Оп! Видела яркость? Да. Фотографируем. Ты какую? Ты фотографируешь, бесполезно снимать просто. Я говорю, они у нас. Думаю, что-то другое. Вот что это? Я не знаю. Ну, самолетов я таких не видел ни разу, не знаю. И так резко и приближается на сближение. Самолет не пойдет, наверное. Ну нет, конечно. Может, конечно, наши придумали, Путин не зря там про это профинансировал. Не, ну реально, раз красный, присоединилась, где? Это наш ответ на про. Гранд. Подожди, ладно, шути. Реально шевелится. Кто, бери. Капец. Слушай. Выйди из машины. Миша, приблизь. Ну что это такое? Хуйня какая-то, блин. Так, поехали.
высоко висела вроде. Сегодня была про идут разгонять туч, может, это связано с этим? Это установили. Слушай, она какая-то автономная вообще, сама по себе будет. Смотри, есть там, за что-то держится. Ну или правда что-то какое-то может. Завтра, наверное, скажут, что это такое. Явно все. Или сегодня этим, скажут уже. Разводом туч. Я же здесь был, днем не было ничего. Ну старый мальчик, он скажет, где не видит. Это не самолет. Я точно могу сказать. Это какая-то херня, за ней шлиф. Это не самолет. Смотрите, а может это, как его, блядь, комета какая? А слушай, ну ты нет. Какая нахуй комета, блядь? А все больше и больше. А так мир не летит. Сюда летит. Не, снимайте, пацаны, на самом деле. Сейчас сама рука прошаток, и завтра какой-то ливень или жара будет 40 градусов. Не, охренеть вообще, если честно. Ну это точно не самолет. Самолет. Смотри, 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 в другую сторону, охереть. Он меняет траекторию, блядь, смотрите. Смотри, вертухает. Охренеть. Исчезла. Мне кажется, это метеорит. Охренеть. Не еду. Какой метеорит? Он параллельно Земли, что летит? Метеорит. Метеорит вниз летит. Доли секунды исчезла. Охренеть. Она, знаете, вот она точно так же появилась, вот точка, вот просто ярко, и чуть дымок пошел. Надо снимать на открытую камеру. Самое главное. Вот его там нашли, короче, ну, смотри. Пойдем. Где смотри, нашли? Ну, вон, видишь. Сейчас сюда проходим, смотри. Вон оно, сука, безобразие лежит. Сейчас, погоди, а погоди. Куда нашли-то? Да вот, ебать, часа два назад, хули, ебаный, ну. Собака, хули, унюхала, сука. И все, мы хули, думаем, что за нахуй лежит? Смотри, бывший. Да я хуй знаю, погоди, смотри. Вообще, ебать его копать, что за нахуй-то это? Ну, да понятно, что дохлый его будет. Да хляб, короче, лежит. Да она не та же планета. Полнейшая дохлятина. На планетяне. Ноги хули нету, ебаный, видишь, нахуй. Загрызли, наверное. Угу. Вообще как это ебать тень. Непонятная. Она, наверное, с неделю лежит, наверное, тут. Но.
не больше.